Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Зайдем с тобой в магазин и откроем бесплатно пак. Что нам здесь выпадает? Ага, зэк. Вот оно как. Окей. Что у нас тут по предметам? Все отлично. Так, по жетонам великолепно. Так, мы с тобой приобретаем... Погоди секунду. А, мы же Алапекс скачаем, конечно же. Как я мог забыть это? Мы качаем с тобой Алапекс. По жетонам у нас все очень плохо. Так, слушай, а по энергии? Что-то у меня все в откатах, друзья мои. Энергию я не могу собрать. Неужели еще не откатилось в то время, когда я поиграл чуть-чуть на работе? Скажи-ка мне на милость. Так, это мы с тобой сможем проверить, знаешь где? На турнире. Почему? А потому что если еще время не вышло, они будут мне недоступны. Персонажи. Так, ну возьмем, например, сейчас мы с тобой вот этого Луиза. Точно, ребята. А времени до отката еще целый час. Блин, если честно, мне столько времени ждать, ну никак нельзя. Я и так, ребят, пришел с работы. Сейчас время 12 часов ночи. Надо как бы ложиться спать, но у меня короткий выходной, поэтому хочу наверстать. Ладно, давай будем с тобой делать так. Я буду играть сегодня Леонардо и Усаги. Пока возьму одного Леонардо, к нему присобачу вот этих двух, трех, даже сказать четырех персонажей. Как думаешь, мы вытянем или нет? Слушай, я боюсь, не потянем. Блин, я боюсь, нас тут забомбят. Знаешь, как мы с тобой поступим? Я все-таки возьму здесь Усаги. Вот так вот. И пойдем с тобой в бой. Сколько успеем отыграть с тобой на арене, столько отыграем. Завтра днем продолжим. Тем более сегодня у нас еще будет испытание. Так что нам и есть чем заняться, помимо арены. Так, ну что, Усаги, как всегда, крутит-вертит. Все у него великолепно получается. И Леонардо, естественно, добивает. В плане... Ты погоди, ты куда, хламон, собрался, а? Я тебе сказал лежать. Ай да Супер Шреддер, молодец, уложил этого Рокстеди. Ну что же, первая победушка за нами, но вот проблема в том, что нам придется теперь с тобой тратить аж целых два отката. То есть на Леонардо и на Усаги. А как ты видишь, поднимаемся мы с тобой очень тяжело. Лига самураев, точнее Лига мастеров, у меня две звезды. Сегодня, хочешь не хочешь, надо попасть в 3 звезды и желательно на 50-е место. Чтобы завтра мы уже с тобой попали в топ. Потому что завтра воскресенье, то есть последний день. Ну что же, поехали, поехали, будем с тобой как-то здесь разбираться. Бравлер, ну давай возьмем его. Леонардо, естественно, вместе с Усаги идет в откат. Плюс берем Криса Брэдфорда. И отыгрывать будем с тобой, ну, наверное... 51 и 52 уровень. И нам как раз должно, в принципе, хватить. Да, хватить до 50 места в Лиге Мастеров 3 звезды. Так, ну что, Усаги, давай, показывай свою прыть. Что у тебя из этого выйдет? Да ладно, ты серьезно, что ли? Всего лишь один постепенный урон он повесил. Слава богу, здесь бойцы были не такие уж крепкие, сильные, поэтому им было достаточно удара, добивающего от Леонардо. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Покажите-ка, куда я перемещусь. Слушай, ну на 10 ступенек пролетели, это уже хорошо. Кстати, мне писали подписчики, где Рэй, всадники драконов. Ребята, все будет. Если в те дни, например, вчера, да, или позавчера, меня не было... то это означает только одно, что я на работе, и, соответственно, я не могу снимать видосики, друзья. Как только у меня выходной или есть свободное время, естественно, сразу же с вами что-нибудь допилим. Так, ну что? Ну, смотри, вот здесь уже получше, конечно, все, но Донателло, в принципе, он должен упасть. Леонардо? Да, отлично. Лео, как ты видишь, нас сегодня не подводит. И, надеюсь, так и останется все. У нас с тобой вот то, что откатов всего 11, это, конечно, меня расстраивает.
11 откатов. Получается, у нас еще 5 полноценных боев всего лишь. Маловато, конечно, будет. Ну, а что сделаешь? Так, и возьму я, пожалуй, Малика. Я беру Малика. Раз, два. Давай сыграем Рафаэлем. И вот так. Слушай, нет. Не так. А вот так мы с тобой сделаем. Пускай у нас будет 3 имбовых персонажа, да? И 2 более слабеньких. Так будет, я думаю, справедливей. Ну что же, Усаги, давай, родной. Сегодня еще пойдем на испытание Крэнга, технодром. Ох, там будем. Надеюсь, ребята, получится у меня пофармить хорошечно. Так, ну что, видишь, здесь результат отличный, превосходный, и мы с тобой двигаемся. И я думаю, что, наверное, ну не сейчас, так на следующий ход так точно мы с тобой перейдем в мастера 3 звезды, да. Не дали мне, пожадничали. Тут прям видно было невооруженным глазом. Ну что, давай возьмем, наверное, так, обменочку можно сделать? Вот, Джеймса я возьму. Так, Леонардо, Усаги, беру Донателло. Ну и, в принципе, наверное, вот этих двух. Я не знаю, насколько силен у нас с тобой вот кролик. Ну вот это вот, да, шейка кроликов. Например, на 90 уровне. И по инициативе я тоже тебе ничего не скажу. Ну, довольно крепкие, смотри. Выстояли. Ладно, Лео, давай-ка. И Рокстеди. В принципе, он бы мог и сам упасть от постепенного урона, но мы его оглушили. А ты сможешь добить Тимати? Да ладно, ты серьезно? Ну, Донателло это сделает. Да, своей бейсбольной бомбой. Ну что же, как ты видишь, отлично мы с тобой прошли. И теперь мы переходим в лигу мастеров 3 звезды. А местечко у нас с тобой 95-е. 95-е, а у нас с тобой 3 боя. До полтинника не доберемся, конечно. Что немножечко меня расстраивает. Ну да ладно, не все же время, да, быть в топе. Так, сделаем с тобой вот таким вот образом. Плюс. Давай возьму, наверное, Джастина сюда. И вот этих двух. Риски, конечно, есть. Есть риски, тут ничего не могу сказать, ребята, но... Почему они любят в конце брать Пита? Почему бот именно так выстраивает всю технику? Раньше, я помню, на 70-х, 75-х местах, да, он любил ставить морозильную кошку. А теперь почему-то постоянно берет Пита. Выходит, что Пит, как хиллер, все-таки будет получше, да? Так, тихо-тихо. Падай давай, Донни. Отлично, упал. Значит, получается, что голубь Пит все-таки по отхилу лучше, чем морозильная кошка. Иначе бы зачем ее брать, да? Ладно, ребята, это мои чисто догадки. Нас сейчас это интересовать вообще никаким образом не должно. Так, давай-ка возьмем, наверное... Нет, Вовку я брать не буду, потому что у него там майки был. А вот, например, Александра, да, вполне можно взять. Так, ну что же, берем нашу имбу. Плюс возьмем сюда с тобой Зека и отыграем вот этими двумя. У нас все равно впереди только лишь один бой, потому что откаты мои кончаются. Итак, давай смотреть, что у нас здесь с тобой произойдет. Усаги делает вертушку, и что же она нам дает? Она дает нам практически постепенный урон, вешая на всех, кроме Бибопа. Но это не страшно, потому что даже Зек, наверное, сможет его добить. Зек не смог добить. Оказывается, Зек у нас вообще, ребята, слабый. Он не вытягивает. Не вытягивает 79 уровень противника. Вообще никаким образом. И даже замедляшку свою он не вешает. То есть Зек, грубо говоря, уже давным-давно стух. Сдулся он, короче. Так что, друзья мои, если раньше, помните, когда я в начале, в самом, когда мы, у нас еще никого не было, мы прокачивались, я Зека называл топчиком. Получается, что топчиком он был именно на тот период, когда он еще действительно что-то мог сделать. Сейчас я не могу сказать, что он топовый персонаж. Уж извини меня, но не могу. Я могу назвать, наверное, больше даже Рафаэля, чем Зека.
Да, скорее всего, ребята. Рафаэль, по крайней мере, берет свои провокации и не забывает, что он контратакует. Зэк же бросает свою бомбочку и... И не всегда у него срабатывает замедляшка. Не всегда. Если бы на 100% бы срабатывало, я, может быть, еще как-то лояльно бы к этому отнесся. Но так как он иногда промахивается, а самое главное, что не наносит хорошего урона, несмотря на то, что он делает массовую атаку. Нет уж, ребята, извините, я его отодвину в сторонку. Даже железноголовый тон наносит больше урона, выпуская свои ракеты. Вот так-то. Ну что же, посмотрим, получится ли у нас тут с тобой добить. Вот этого, наверное, с тобой мы сейчас шлепнем. А Рок, кстати, сам погибнет. Да. Ну что, ребята, на сегодня с ареночкой мы закончили. Да, я не спорю, коротко получилось, но ты сам видел, да? Просто еще не откатились мои персонажи после того, как я в последний раз поиграл в эту игру. Но, тем не менее, почти 50-е место. Почти, ребята, 59-е. Ну что же, теперь самое интересное, мы отправляемся на испытание. Усиление технодрома. Да-да, именно оно мне нужно. Подожди-ка секунду. Да мне как бы и здесь тоже нужно. Ладно, поехали. Как ты помнишь, Бибоп и Рокстеди плюс Шреддер, Крэнк — это все те самые персонажи, которые мне нужны. Очень-очень редко они выпадают. Так, ну здесь, я думаю, можно позволить себе взять Сплинтера, да? 40 уровень. И я даже больше скажу, мы можем с тобой, в принципе, все это отыграть на автобое. Ничего здесь нам не помешает. Так, мы спускаемся с тобой еще ниже, в канализацию. Здесь можно было бы, конечно, массовую атаку применить, на самом-то деле. Да? Просто бросить там кучу сюриков или еще что-нибудь, и все, и не париться. Ну да ладно, а тут у нас с тобой Бибоп, Рокстеди, два кланфутовца и Маузер. Ну что ж, поехали. Минус. Так вот, Донни, давай. В принципе, неплохо. Добиваем с тобой Бибопчика и добиваем Рокстеди. Все, ребята. Скажем так, первый эпизод у нас пройден. Но это на изи, понятное дело. 40 уровень противника тут по-другому никак не должно было быть. Главное, что ДНК на классического Бибопа мы получаем. Так, ну что, двигаемся дальше. Здесь уже, как ты видишь, 50 уровень. И первый этаж технодрома здесь будет. Здесь можно даже немножко, ребят, поприкалываться. Каким образом? Сейчас объясню. Ну, массовую атаку, конечно, не стоит делать. Будем просто с тобой сейчас, вот, например, возьмем провокацию. На тот случай, если кто-то решит нас ударить, чтобы Рафаэль сразу его ронял. Вот, например, как в этой ситуации. Хоп, и все. Чтобы нам с тобой лишнее, как говорится, время не тратить. Тут уже, как мы видим, 4 волны. Так, можно и вот так зарядить. Ой, шикарно Донни сделал. Так, Бибоп, Рокстеди, ну что тут, я не знаю, давай просто ударим. Сделаем с тобой массовую атаку, они должны упасть. И первый этаж технодрома. Ну, ты сам понимаешь, все будет довольно-таки легко. Сделаем это с помощью перкотика. И добьем. Все, ребята. Причем вон там вот, да, на этом технодроме есть пульт, а на этом пульте нарисована красная стопа. Это знак кланфутовцев. Ну что же, вот тебе и Рокстеди ДНК. Так, теперь идем за ДНК на нашего классического Шреддера. Тоже он мне нужен. Тоже он у меня не прокачанный, так что лишним не будет. И тут уже, как ты видишь, 5 волн. Так, выносит. Воу-воу-воу, я думал, Лео выносит его. Смотри-ка, ни шиша не выносит. Так, я специально, ребят, ставлю Рафаэля в провокацию, чтобы он раздавал звездюли. Так, прекрасно, добиваем. И спускаемся с тобой в канализацию. Так, здесь, я думаю, сделать, наверное, вот так, массовую атаку. Не хватило, да, мощей, чтобы сразу всех уничтожить, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Мы их и так добьем. Так, ну что, тут опять, как всегда, Рокстеди вместе с Бибопчиком. Естественно, будем... А давай вот так вот сделаем. Ага, заблокировали все-таки, да? А если мы сделаем с тобой вот так? Нет, не добьет. Не может он добить, ребята. Ладно, пускай так вот делает.
и вертушка. Ну-ка, Лео, завалишь? Нет, ребят, не завалил. Не хватило ему. Ладно, ничего страшного. Так, это у нас первый этаж, да, пока еще? Потом будет второй. Ну, давай сделаем вот так вот. Пробивной. Отлично. Так, а вот и второй этаж. Опять его клешня-то лазит тут. Я поставлю доп-защиту сразу же. Давай, молодец, Рафаэль. Тут ничего не надо, ребята, делать. Не надо никаких вертолетов придумывать. Просто бомбим и все. Все, я считаю, на изи. И не забывай, что последний эпизод будет на Технодроме. Это тот самый могущественный глаз Саурона. Но самое главное, что мы с тобой получаем ДНК. Ну что, пойдем сюда. Здесь у нас уже, как ты видишь, будет Крэнк. Ай, как же я хочу, ребят, накопить уже на Крэнка. Если бы вы только знали. Я на Супер Шреддера накопил, я очень этому рад. Теперь хочу на Супер Крэнка. Просто хочется, чтобы у нас в ближайшее время было какое-нибудь испытание, да? Чтобы за прохождение Лиги Арены нам давали с тобой ДНК на Крэнка. Было бы круто. Так, ну что, добьем, наверное, этого кланфутовца. Так, сюрики. Не добивает. В этой команде у нас, знаешь, чего мало? Массовых атак. У нас их всего две. Это одна атака от Леонардо. Это его вертушка, да? Вторая атака — это именно от Донателло, когда он бросает сюрикены. Хочется чего-то большего. Так, ну что, здесь можно, наверное, пробафаться маленько, да? Никто не будет против. Уклоняшка, я думаю, здесь нам не нужна. Это всего лишь третий этаж. Кстати, знаешь, что я сейчас подумал? Где я ошибся, ребята? Мне сюда сплинтера не надо было брать. Угу. Тут же 70 уровень. Зачем я его взял? Все. В следующий раз мы с тобой сплинтера с собой не берем. Они сейчас как раз будут, наверное, его бомбить. Что-то мне именно так подсказывает. Ладно, я возьму провокацию на Рафаэля, чтобы спасти учителя. Ну-ка. Ага, понизили атаку. Уже хорошо. Но это только третий этаж. А там-то будет четвертый и пятый. И там этот технодром будет бомбить. Причем очень сильно. Ладно. Будем потом с тобой смотреть, что из этого всего получится. Пока разобрали. Ну что, первый этаж технодрома. Здесь, по крайней мере, все довольно легко и просто. Просто бомбим с тобой самыми мощными атаками. И, в принципе, никаких дел больше делать не надо. Так, здесь клешня. Она, по-моему, бьет массово, да, насколько я помню. Надо обязательно поставить уклоняшку, если я успею. А я успеваю, все, ребят. Под уклонением тяжелее будет попасть массовой атакой. Хотя он ее не делает. Сделаю, наверное, еще дополнительную защиту от Донателло. И проникающим добьем эту клешню. Отлично. Так, переходим с тобой. А, нет, друзья мои, переходим сюда, вот. Ну что же, так, давай начнем, наверное, с Крэнка. Хорошо, ему сейчас досталось, добить сможешь? Нет, не сможет. А так? Майки, ну ты серьезно? О, вертушка, друзья. Вертушка — это хорошо, минус Шреддер вместе с Крэнком. Видишь, куда бомбят? Ты видел, да? Именно по нашему сплинтеру они бьют. Так, упадет? Отлично. Ну что, ребята, главное сейчас не забыть убрать сплинтера из нашей команды. Может быть, даже придется и Донателло убрать. Так, Крэнк классический у нас с тобой в кармане. И у нас... Слушай, наверное, придется убрать. Или оставим Донни. Я даже... Нет, я все-таки, наверное, уберу их. Втроем потянем мы здесь вообще, интересно. 7 волн, офигеть. 7 волн на троих. Что-то слишком круто, по-моему. Наверное, надо было все-таки Донателло взять с собой. Ладно, посмотрим, как у нас пойдут дела с тобой здесь. Смотри, как бомбят, а. Больно, очень больно, ребят. Вот что опять повесили на Лео, что он весь бедный загрустил, а. Я не вижу никакого дебафа на нем, понимаешь? Нету. Но тем не менее он себя чувствует плохо и почему-то дергается, как будто на нем
висит постепенный урон. Странно. Так, есть у меня массовая атака какая-нибудь? Хоть одна? Нет у меня ни шиша. Ладно, будем тогда просто их разбирать. А массовых атак у нас с тобой тут только одна. Это от Леонардо, да? И, естественно, ее надо будет тратить там, где будет Бибоп, Шредер, в общем, на всю эту мощную команду, которая там будет стоять. Так, добиваем этого Шитика. Теперь остались две консервные банки. Ай-яй-яй. Молодец, Арфаэль. Хорошо бомбишь. Так, минус. И консервная банка тоже минус. Вот, ребята, ну не на эту волну мы будем тратить супер свои атаки. Так, Ланфутус отдуплился. Так, ну-ка. Ну, этого мы добьем с тобой, Гаврюшу. Этого Гаврюшу мы с тобой сейчас добьем. Раз, отлично, с одного удара. Так, Раф, давай. Красавчик. Так, теперь мы, наверное, добьем вот этого. И вот этого Кланфутуса. Ну что, Рокстеди, что ты там собрался делать? Понятно, как всегда бомбить. Ну что же, поехали. А, у него контратака стоит, друзья. Вот оно что. Жаль, у нас с тобой нету. В кого он сейчас побежит? В кого побежит? Это очень мощный удар, ребят. Слава богу, не пробил. Так, ну что, мы его уничтожили. Переходим с тобой на первый этаж технодрома. Ну, он довольно легким будет для нас. Только вот единственное, что, наверное, нам придется с тобой врубать сейчас. Опа. Уклоняшку, ребята, придется нам, скорее всего, врубать. Смотри, что делать. Смотри, что бомбит. Так, это у нас второй этаж получается, да? Значит, нам нужно с тобой сделать следующее. Во-первых, хильнуться. Это раз. Во-вторых, нам нужно с тобой поставить уклонение. Тут мы сделаем с тобой ярость Рафа. Вот таким вот образом. Попробуем пробить, наверное, да? Отлично. Так, ну что, вот они, эти партизаны. Делаем с тобой, естественно, уклонение, которое я хотел. Блин, наверное, не так надо было сделать. Надо было сделать, когда уже будем у самого глаза. Хотя, ребят, тоже неплохо. Так, это очень сильный удар. Промахивается. Так, ну что, мы с тобой тогда попробуем бомбануть Крэнга. Есть. Тогда, ребята, очень даже неплохо все у нас выходит с вами, я тебе скажу. И вот у нас глаз. Да, глаз технодрома. Вот он. Ну что, поехали. Так, не будем мы с тобой пока брать никакой провокации здесь. Ага, понизил мне атаку, защиту. Бомбим. Ага. Лео, добьешь? Ай-яй-яй. Массовая атака. И крышка ему, ребят. Все, 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 все. А, бедолага, заглючил. И тут вон на флаге стопа кланфутовца. Ну что, друзья мои, как вы видели, мы с вами прошли. Прошли очень даже хорошо. Я не знаю, сколько у нас там с тобой еще сыра осталось. Но Крэнк классический падает к нам в копилочку. Блин, очень хочется, конечно, сейчас пофармить. Вот серьезно говорю, хочется пофармить. И в то же время мне, ребята, хочется вот здесь вот поиграть. Три эпизода. Причем дают довольно неплохих персонажей. Я не знаю, конечно, сможем ли мы здесь разрулить. Давай посмотрим. У нас еще с тобой есть один день, да, в запасе. Поэтому я думаю, что завтра я, наверное, поиграю и попробую пофармить. Элементарно буду фармить, ребят. Так, Тимати здесь берет провокацию. Морозильная кошка, ну естественно. И причем почти полностью вылечил. Ты посмотри, а. Натика вам. Так, добьем. Нет, что такие сильные-то? Это с пониженной, ребята, они броней. Ты представляешь? Так, ускоряшку врубили. Так, этому меткость понизили. Добили. Готов. Так, вторая волна. Мондагека.
Кейси Джонс и Эйприл. Ну, вот так вот сделаем для начала. Меткость понизим. Ой, меткость. Сила атаки, ребят. Так. Минус Мондагека. Эйприл, ты что будешь хилять? Ну, естественно, хилять. Это свою мину, да, бросает? Окей. Получила свое? Добивка. Здесь, наверное, вот так сделаем. Меткость понизили. Змейка Вью. Что-то вообще как-то слабо ударил, если честно, да? Зато он как влепил. На тебе. Слюней полный рот. Да иди ты. Офигеть, ребят, только третья волна у нас. Ага, здесь железноголовый. Блин. Команда такая довольно сильная, да, здесь? Валунчик, давай, Армагуша. Пора с ними тут завязывать уже. Я обожаю этого парня. Ты видел, что он делал с валуном? Просто пух, и все, и все рассыпались. Вот единственное, что я тебе могу сказать, следующий мы, наверное, не потянем. Второй эпизод никак не получится, ребят. Ладно, 27. Рискнем. Ай, маяки выпали. И последняя попытка. Да чтоб тебя, 30 жетонов, ребят. Никак не получится. Ладно, еще раз говорю, завтра у нас с тобой будет еще один последний день. Попробуем все-таки, может быть, здесь пару крэнгов вытащить. Кстати, давай посмотрим по списку, сколько нам еще нужно. По-моему, там очень много. Да, ребята, очень много, а точнее 92 ДНК. Жестко. Но ничего не поделаешь. Ладно, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!